Reuters, резко выросли потери России в Сирии. Утверждается, что в Сирии в 2017 году погибли не менее 40 россиян. Армия России в Сирии в 2017 понесла больше потерь, чем в прошлом году. Агентство Reuters напоминает, что Минобороны сообщило о гибели 10 российских военных с начала года. По собственным подсчетам Reuters, в Сирии в 2017 погибли не менее 40 россиян, а за предшествующие 15 месяцев – не менее 36. Reuters, приводя свои данные о жертвах, ссылается на родственников и близких погибших и на местных чиновников. Большинство случаев подтверждены более чем одним человеком каждый, отмечает агентство. Смерть 9 из 40 россиян была подтверждена в каждом случае одним источником, если его информация не расходилась со сведениями, появлявшимися ранее в прессе или социальных сетях. Командиры воюющих в Сирии воинских подразделений требуют, чтобы семьи убитых не подтверждали их гибель, утверждает агентство, ссылаясь на родственников и друзей погибших военных и частных военных специалистов. Минобороны и Кремль на запросы агентства не ответили. Связаться с командирами частных военных компаний, воюющих в Сирии, через их знакомых Reuters не удалось. Напомним, ранее в СБУ заявили, что с Донбасса в Сирии уехали сотни наемников РФ. Дамаск. 60 человек погибли при авиаударе коалиции. По материалам сайта news.com.